Здравствуй, дорогой друг! У нас очередное прохождение Resident Evil 3, и сегодня мы будем проходить, играя за Клэр, больничный комплекс. Итак, поехали! Но мы скоро спасли жизнь, чего пробуждение врача с новостью о том, что Raccoon City несет ответный удар. Жесть! Вы помните, да, кат-сцену эту, которую, когда Карлос пришел? В общем, вы помните, да, он пришел, обласкал на всем хорошим и прекрасным. Ну ладно, поехали. Так, сохранялочка, все дела. Так, сейчас проверю, подожди, у нас здесь, значит, все, поехали на улицу, выходим наверх. Доброе утро, солнышко. Ты спас мне жизнь. Ни черта подобного. Это все Карлос. Этот долбанутый псих принес себя сюда и все время ухаживал. Где он? На землю отправился. Барс запасал там вакцину, и там достаточно, чтобы обеспечивать город. Думаю, что он сам справится, думает. Я иду за ним. Стой, ты не слышал эту передачу? Город скоро летит на город. Я пытаюсь застучаться на кого-нибудь, у кого есть полномочия, это остановить. Пусть бардак разгибает он профессионал. Как и я. Хорошо. Видимо, он говорит, тебя не получится. Хранилище под землей, под больницей. Связь с Карлосом прервалась, так что ожидай неприятностей. Ребята, короче, мы сейчас знаете, куда идем? Я просто себе чуть-чуть спойлернул. Хотите, я вам и вам маленько поспойлерну? Тут начинаются у нас с вами большущие неприятности. Это мы уже к финишной прямой движемся, насколько я помню. Подожди, я тут вижу, кстати говоря, что здесь что-то можно болтать. Судя по тому, что комната красная. Мужик, а что здесь можно болтать? Погодь! Смотри, я что-то не пойму, видишь? А, все, видишь, она двойная получается. Ладно, окей. Давай смотреть дальше. С ночи вечером. Натюш, привет. Помните, да? У нас, когда я еще сказал, что когда мы играли за Калоса, как-то подозрительно, здесь эти замки висят. Это уже было оборудование, думаю, может быть, мы найдем какую-то отмычку для Калоса, но нет. А мы теперь той же дорогой пойдем, что и... Бамбалею, я болею. Что и наш товарищ. Это я про Карлоса, если что. Знаете, что меня сильно смущает, драгоценные мои? Я так и не понял, как мне попасть вон туда вот. Совершенно не понял. Добрый чёрт, добренько, добрейшего, абсолютно верно. Солнце мои драгоценные. Так, патрон для револьвера. А! О! У-у-у! Револьвер! Прекрасно! Слушай, смотри, какая штучка, короче. Я недопетрил, как вот сюда попасть, смотри. Видишь? Ящик сука лежит. Как туда попасть, я вообще, я не знаю. Вот я сколько не думал, сколько не выдумывал, как туда попасть? Каким раком, каким боком, да бог его не знает. Серьезно. Кстати, хочу обратить твое внимание, что здесь тоже что-то красное. Похоже, здесь поработал Николай. Взрывчатка. Ага. Видите, взрывчатку поработал Николай. Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. А он тут все входит и взрывай. Пойдем сюда попробуем. Бамбалею, словно птица в небесах. Опа! Ребята, мне знаете что? Мне это самое. Мне самое большое волосатое. Бум! А, не, нормально. Нормально, без волосатого обошлись. Хорошо, хорошо, лежи. Не вставай, я уже испугался, потому что сильно. Да ладно.
Вот это да. Подожди. Потом, наверное. А вот я тоже не знаю, потом или сейчас. А я бы хотел сейчас. Но теперь я, пожалуй, сразу гранатомет заряжу, потому что вот эту хрень я... Вот эту вот хрень я очень сильно не люблю. Прям очень сильно. Подожди, а что, все что ли? То есть можно сюда больше не... Чтоб ты понимал, это все. Мы сейчас с тобой пойдем по ходу в самый низ. Вот. После того, как мы пойдем в самый низ, это будет все. То есть по ходу вроде бы как больше мы сюда, я так думаю, что не вернемся. Смотри, кстати говоря, здесь же открыт, да, проход? Да. Смотри, есть еще одно предположение, конечно. Давай просто чисто посмотрим. Может быть, где-то там что-то еще сверху можно было бы взять. Потому что вроде бы там были какие-то шкафчики, которые, по-моему, может только Джилл открывать. Ой, господи. Клэр. Или Джилл. Джилл, мать ее, да? О, видишь? Прачечная. Она еще пока под вопросом. По-моему, там что-то еще есть. Точно тебе говорю, есть что-то. Смотри, видишь? В каком-то... Слушай, я знаю, что никогда ничем это хорошим не кончается. Давай запишемся. У нас, получается, есть такие штуки, есть взрывчатка. Взрывающихся много, мины есть. Я не знаю, что дальше ждет. Взрывчатка Би. Из взрывчатки Би вам можно сделать какие-то там комбинированные штуки. Мы пока оставим так. Я сейчас сохранюсь, и мы с тобой дальше пойдем. Как у тебя дела, Вань? Слушай, знаешь что, у меня режим вроде бы вернулся. Только я не знаю, насколько долго он мне вернулся. Но! Вчера вот делал зубы, ездил, подустал. Вообще, что тут некое тяжеленько, в том плане, что устаю сильно. Но настроение отличное, на самом деле. Я тебе больше скажу. Вообще все прекрасно, Данил. Великолепно все. А я... Я, кстати говоря, помнишь, когда мы в прошлый раз проходили, я так сказал, что эти твари встанут. Я тебя понимаю. Девочка, твоя башка даст из дыня. Контрольный. Я почти что хитну. У хитну кончились патроны. Слушай, есть один существенный недостаток у этого способа. Ты не дергайся, не дергайся, лежи. У него отдача очень сильно этого пистолета. И в этом плане я бы, наверное, сказал, что лучше тогда тот пистолет взять. По одной простой причине, потому что еще патронов будет много уходить. Кстати, где-то еще, по-моему, труп есть. Если я правильно помню. Вот шкафчик. Если ты правильно помнишь. Я помню, ты помнишь. Заберем. Зубы, кстати говоря, да, стоили мне очень недешево, но, по крайней мере, я доволен, что это эти вопросы... Уладил все. Слушай, это все? Да, все. Вот, теперь, по крайней мере, у меня голова на этот счет не будет болеть. Я уже спокойно буду, знаешь, что? Работать, так сказать. Твою мать, скотина! Подонок, что ты делаешь? Я весь мокренький. Подонок. Вот реально не ожидал. Надо так делать. Слушай, это реально было неожиданно. Черт подери, это писец. Я тут сижу такой весь лирический герой, себя рассказываю, что как, и тут меня кусь. Блинский. Слушай, а ты знаешь, кто это такой? Этот чувак, кстати говоря, вылез из одного из ящиков, помнишь? Сказали, лучше не открывать. По-моему, это оно вылезло. Козлина. Чтоб тебя гельминты всю жизнь мучили. Хотя тебе, мне кажется, так уже, ты уже жизнью помучен. Зубы, сколько и что делал. Лучше я промолчу. Короче, два зуба. У меня получается... Это, знаешь, что случилось? У меня, короче, там... Один зуб... Я же рассказывал. На одном пломба скололся, а у другого просто зуб скололся. Так что там уже по-хорошему коронку ставить надо. Но я что-то пожадничал, говорю, давайте это... Давайте пока сделаем как-нибудь.
чтобы оно было нормально. Ну, вот, врач пошел, так сказать, навстречу. Так, давай достаю. Убираю, мне не понравился совершенно этот пистолет. Так, знаешь, что я хочу сделать? Я хочу сделать так, чтобы у меня стоят детали. Вот, мне не нравится, мне глушитель не нравится, что он занимает очень много мест. Блинский. Да что ты мне все машинку тыкаешь? Я же не хочу машинку, я хочу вот так вот. Поднять. Патрон, потому что жрет как скотина, просто совершенно как не в себя. Так, у нас есть аптечка, у нас есть патроны для пистолета, для этого. Вот так вот. В общем, все очень дорого вышло, на самом деле. Это при том, что мне делали снимки двух зубов. Там нужно было посмотреть канал вообще, как живые, еще не живые. Нужно их сымитировать, не нужно сымитировать. И, кстати, я скажу, что очень дорого, по факту, стало все. Раньше мне то же самое, ну, 4, по-моему, удавалось сделать. То есть я маленько подофигел, конечно, что так по стоимости все сильно так недешево, скажем, стало. С другой стороны, знаешь что? Я поехал к тому врачу, который постоянно делаю постоянно. Я знаю, что мне сделали, я спокоен. Вот, поэтому, как бы, не, я доволен. Наплевать. Я еще, скажем так, заплатил за свое спокойствие. Это что такое? Слушай. А мы его разваливали разве здесь? Нет. Вот, поэтому такие дела. А я поздно пришла, у меня уже час почти хороший. Говорю, пока, Настюш. Добрый снов. Доставай рубанок, пора кромсать врагов. Я уже тут нормально так, слушай, покромсал так. Я уже достал большой рубанок. Слушай, я надеюсь, что сейчас никто не станет, значит, я стану дураком, я уже. От того, что они выпрыгивают со всех щелей просто. Я же чувствительная натура. Очень тонкая организация. Нервная. Патрон для револьвера. Слушай, я хочу револьвера тут уже пощупать уже, ну. Процедурный кабинет. Ага, подожди, назад отпячиваемся. Пойдем процедуру проведем. А, ну слушай, вот этих двоих я вскрыл еще в прошлый раз, да. Это я помню. Подожди, а как это так получилось, что у меня до сих пор в кабинете... А, подожди, что-то вот там что-то есть такое, да? Здесь что-то должно быть. Во. Взрывчатка А. Так, когда мы комбинируем с тобой взрывчатку А и взрывчатку Б... Должны получиться взрывчатка С, да? Но это было бы слишком просто, черт подери. Ну, кстати говоря, вот. Нельзя ли вот здесь вот вниз? Как-то. Нет, нельзя. Это ты больно слишком губу раскатал. Я понимаю. Смотри. Рентгенологические снимки. Пост медсестры. Так, контрольное потыкивание. Так, вроде никто не встал. Окей, ладно, помолимся. Вроде не встает, ладно. Так, смотри. Я тебе зуб могу дать. Нет, не дам, пожалуй. Но ты понял, смысл в том, что мы вообще-то в прошлый раз, когда здесь проходили, этого ничего не было. Это говорит о том, что именно за Джилл нам насыпали вот эти вот вкусные штучки. Так что... А вот тут должен быть двор. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Вдох-выдох. Все хорошо, расслабься, парень. Как расслабиться, когда они мне мозг делают? Ты понимаешь? Ты понял? Прохода нету. Ах ты секси-попа. Ой, ты ма. А Карлос так делать не мог. Ты понял, да, Феньку? Я теперь понял, да. Теперь-то я понял. А тогда я не мог этого понять.
Твою-то... Блин. Громовой ястреб. А знаете, что это такое? Это как раз бум-палка. Соберите все оружие в компании, естественно. Это ты понял, да, что такое? Ты понял, что это такое, да? Ты понял, что это такое? Я вот не понял, что это такое. Ну, то есть, это самая большая бум-палка. Это револьвер, бать его. Это самое страшное вообще, что есть в игре, по-моему. В общем, да. Помните тот случай во дворе, сколько в законследствии третаж в роли Джилл? Попробуйте главалу коридор рядом с теми сестерами. Вот! Вот, так я про что и говорю. Когда играешь за Карлса, нету такого варианта, вообще нету. Потому что он большой и сильный, он не может низом лазить. А девочка маленькая, тоненькая, может все делать хорошо и изящно. Прозвучало пошло, но жизнь такая. Подожди. Подожди. Выходим обратно. Блин, главное только не забыть, что мне на... Вот. Новый поворот. Ну, вроде другое, я даже не помню. Вот это прав. Это боец Амбрелла был? Да. Он самый. Все верно. Карлос. Хороший парень, кстати, не нравится. Такой совестливый. Там есть еще Николай. Наливай, который... Цианида всем... Да твою мать! Получил выхухоль? Так тебе. Слушай, все плохо. Меня накарнали. Мне нормально так сейчас тиранули. Я... Вот. Сюда схожу. Так, слушай, я уже покусанный, Малеха. Где там наш этот? Где наш? Скрафтить для дробовика патроны. Либо пока убрать высококачественный порох в загашник, пускай оно лежит. Давай, да, так и сделаем. И если пошла такая пьянка, можем еще взрывчатые боеприпасы взять. Давай сделаем так. Давай сохранимся. Давай сейчас сохранимся. Пойдем. А, на самих элементах нет. Послушай, там по мне не пишут, если я правильно помню. Нет, не написано ничего. Мы сейчас спускаемся. Мы сейчас с тобой спускаемся, получается, вниз, в лабораторию. Как раз. И это уже, кстати говоря, будет финалка. Это будет финалочка. Угу, спасибо большое, Флоу. Спасибо тебе. Спасибо, драгоценный. Мне очень помог. Вон, видишь, как интересно получилось. Трава, конечно, трава всем углова. Эксит. Слушай, что-то мне это не нравится, нифига. Это должно быть путь под землю. Нифига себе. Да ты тоже Шерлок, как и я. Взрывчатка Би. Ой-ой-ой-ой. Скоро место кончится у меня, чувствую. GTFO, спускаемся под землю. В комплекс. И пока мы едем, значит, разрывные снаряды. Одна взрывчатка А. Плюс А плюс А, взрывная. Огненные это А плюс Б. Кислотные А плюс Б плюс Б. Слушай, кислотных я еще не встречал. Мне еще пока предстоит, так что никто спойлернул. Как же никто в больнице ничего не заметил? А как у нас бюджет пилит и не замечают? Скажи, как мне? Как это происходит? Вот почему это происходит? Кто мне скажет? Почему это происходит? А вот так вот. О, трава. Трава, травка. Объединяем. Хо-хо-хо-хо-хо. Опа. Нам стало хорошо и приятно жить. Подожди, что, мы дальше едем, что ли, получается, да? Да.
Карету мне, карету. Бара не желает карету подать. Патронов, кстати, на пистолете нету. Блин, слушай, как с лучами красиво смотрится все, а? Я балдею, бом-бом. Подожди, тут что-то есть. Батеньки мои, как я о тебе мечтал, солнышко ты мое драгоценное. Ой, какая прелесть, спасибо. Я его сейчас объединю, у меня будут пистолетные патроны. Хотя бы 15 штук. Это не густо, но все-таки хоть что-то. Давай сохраняюсь, и мы дальше идем. Если что, в любом случае, мы можем дальше продолжить спокойно. Что же, дорогой друг, вот такой был небольшой кусочек, фрагмент нашего прохождения. Я специально сделал его намеренно маленьким, потому что то, что будет твориться в следующей серии, займет очень немало времени для удобства твоего просмотра. Так что не переключайся, в следующей серии мы с тобой увидимся и будем искать предохранители. Stay safe and brutal. И до новых встреч. Счастливо.